Итак, друзья, всем привет! YouTube запустил свой аналог ТикТока под названием Short. Сейчас очень популярно, особенно среди школьников, вот это приложение ТикТок. И да даже и среди взрослых, наверное, оно тоже популярно. Короче, оно набирает такую популярность, что даже, видите, YouTube думает, о, мне надо создать что-то аналогичное. Еще в апреле YouTube сообщал, что собирается делать Shorts. И самое удивительное, что вот этот проект Shorts, он стартует в Индии. То есть самые первые ролики Shorts будут залиты именно в Индии. YouTube сообщает, что сервис в таком виде, в котором он будет запущен, является лишь ранней версией продукта, который запускается с целью собрать отзывы пользователей, на основании которых будут вноситься дальнейшие изменения. Длина роликов Shorts ограничена 15 секундами. Изначально пользователям будет доступно не так много инструментов, среди которых многосегментная камера, позволяющая объединять несколько клипов, добавление звука из обширной аудиотеки YouTube, средства управления скоростью, а также таймер обратного отсчета. YouTube добавила фирменное приложение специальную строку, призванную упростить поиск коротких роликов. Компания сообщила, что в ближайшее время... Ну, короче, я, друзья, открыл YouTube, и там нет никакой строки, которая бы там упростила поиск коротких роликов. То есть, еще раз, это все для Индии. Вот, компания сообщила, что в ближайшие недели, месяц, сервис будет серьезно дорабатываться и обрастать новыми функциями и возможностями, чтобы стимулировать авторов к использованию нового сервиса. YouTube добавил значок плюс в нижнюю панель фирменного Android-приложения в Индии. Сообщается, что в ближайшее время также изменения произойдут в ленте YouTube для iOS устройств других стран. Значит, ну что же, ждем, интересно, что будет, хотя, не знаю, ТикТок я лично, ну вот, не особо так смотрю. Ссылка в описании, друзья, на статью. Всего доброго, всем пока, до свидания.